Этот топор мне подарил англичанин, которому он достался от его деда. А это другой англичанин, который сейчас ремонтирует корабль, деревянный парусник 1816 года постройки. И обидно, в общем-то, почему в России, в мировой морской державе, в Санкт-Петербурге, в морской столице России, до сих пор нет ни одного корабля, парусника, которые напоминали бы, как русский флот был, создавался во времена Петра I. Ну а раз нет, когда-то он должен появиться. И в свое время пришло решение, ну если не я, то кто же, если для себя, то зачем, было у классиков. И стали мы строить, выбрали проект, фрегата «Штандарт» первого парусника, который проектировал Петр I, который был построен для обороны Петербурга и Балтийского моря в 703 году. Начинали мы сложно, как и все в этом мире сейчас. То, с чего начали в первую очередь, это с изучения, что делается в других странах, ну, как и у Петра I в свое время. Очень интересный опыт американцев 20-х годов. Ситуация в Америке тогда и ситуация в России сейчас почти одно и то же. То есть все можно делать, если ты знаешь, чего ты хочешь добиться. И если деньги не самая важная цель, если цель достичь какого-то больше морального результата, чем материального. Один из следующих очень важных моментов – это правильно набрать команду. И у нас здесь на «Штандарте» складывается такая ситуация, что остаются, выдерживают тяжелую работу, отсутствие денег только те, кому в самом деле интересно это дело, а не деньги или что-то другое. Поэтому, скажем, я счастлив, что у нас собралась такая команда, и с такой командой мы сможем закончить то, что начали. Команду. У нас все под команду делается. 3-4. Ну так поехали. Поехали. 3-4. Опа! Опа! Ура! Пошла, пошла. Пришла зачем? Кораблик хотела строить. А сейчас я вот его уже строю, в некотором смысле.
Зубы как зубы. Жалко, что не золотые. Может, золотые вставить, правда, а? Зубы это все. Зубы-то, конечно, хилые. Их при первом же шторме вырвет. Золотые посты. Точно, Катя? Какие? Платиновые? В Африке слона завалим и зубы вставим. Слоновни. Нет, другие будем зубы вставлять. Золотые. Построить о том, построить такое, чтобы потом о тебе добрым словом вспомнили. Что-нибудь. Вот корабль. Построим и в море поплывем. Горизонта серая полоска, на прибое бесконечный звук. Маленькая русая березка стала на скалистом берегу, словно босоногая девчонка из родного дальнего села. За матросской песнею вдогонку как на берег северный пришла. У нее теперь одна забота — голову кудрявую склони. Терпеливо ждет она кого-то, тихо ветви к морю опусти. Я сдружился с севером и с югом, но впервые среди этих скал, за далеким, за полярным кругом, верную такую отыскал. Из каких морей не возвращали, так же на скале она стоит. Лишь волна, как лента голубая, у ее ветвей лежит гранит. Чайки перед бурею кричали, пенилась в берегу волна. Хотим, чтоб женщины встречали нас матросов так же, как она. Thank you.
стоп! Кого железная кувалда? А что ты вот знаешь? Я вообще... Она родительница. Да? Да? Назад. Раз назад. Можно, можно положить на пластик. Положи на пластик, двигай на себя. Еще, 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 еще. Еще. Еще двигай. Опустим, чтобы там пустыни не мешали. Еще двигай. Что там, тарелка мешает? Да. Ладно, ставим на ребро. Ради романтики вышел. Ну, интересно. Думаю, а что получше? Вижу, что-то получается. Фу. Ну, штурвал вроде как готов. Море, значит, скоро пора. Thank you.
Все, больше не влезай. Все. На. Тарелка не получилась. Дубель, блин. Сколько дублей это было? Сколько времени? Есть еще? 20 минут. Вот, блин. Так, Сереж, ты еще не сходил? Я уже где-то сходил. Вот, сейчас. Так, это сюда, где-то. Что-то белое. Ты сюда пошел? Да. Thank you.
Thank you.